На главной площади города Каспийска развернулся пункт отбора на военную службу по контракту. На месте желающих информируют об условиях, преимуществах, выплатах, социальных гарантиях и многого другого. На данный момент военная служба по контракту – это гарантия светлого будущего, а также престиж – это социальные выплаты, это возможность обеспечить свою семью, а также защитить свою родину. И приобрести новую профессию, обучиться новым каким-то навыкам. Контракт с Министерством обороны Российской Федерации можно заключить от 1 года, если ранее гражданин проходил срочную службу, а если нет, то от 2 лет и выше. Каждый кандидат, поступающий на военную службу по контракту, при заключении контракта получает 195 тысяч от государства и 100 тысяч от правительства Республики Дагестан. И 60% ежемесячного оклада он поступает, каждый месяц будет поступать до окончания контракта 60% ежемесячного дохода своего. Кроме того, ежемесячная заработная плата участника СВО составляет от 210 тысяч рублей, а также участникам выдаются звания ветеранов боевых действий, которые дают дополнительную пенсию около 4 тысяч и другие льготы. На сегодняшний день очень упрощена поступление на военную службу по контракту, минимальный пакет документов для заключения контракта. Не надо, как раньше, проходить долгие медицинские комиссии. Медицинскую комиссию можно в военном комиссариате пройти за 1-2 дня. Очень ускоренный процесс, составляет от 1 дня до 3 дней. То есть кандидат, изъявивший желание поступить на военную службу по контракту, может прийти сегодня записать заявление, а через 3 дня он будет уже стоять в вооруженных силах Российской Федерации. Заключить контракт могут граждане Российской Федерации от 18 до 60 лет, а также женщины при наличии медицинского образования. Отметим, что на данный момент в Каспийске пункт отбора на военную службу по контракту посетило около 30 человек. В преддверии новогодних праздников работать пункт в Махачкале будет круглосуточно.